Вот так вот, дорогие друзья, грачи пролетели, а весна осталась. Это здорово, на улице зима, а у нас уже весна. Поэтому нам можно с вами только позавидовать. А что же такое весна? Весна — это то время, когда на деревьях распускаются почки, на корточках появляются гопники, у девчонок растут ноги, у мальчишек распускаются руки. Чу! Слышите? Это поехала первая стрелка на колготках. Намекая нам на то, что наступило время первому свиданию в нашем парке. Встречайте! Здравствуйте. А, это вы, Евгений Либерман? Точно так. А вы Александра? Да, это я. А вы красивее, чем на фото. В наши дни это редкость для интернет-знакомств. Спасибо. Знаете, я вот тоже посмотрела ваше фото и подумала, что вы курите. И решила подарить вам вот такую зажигалку. Вы ошиблись, я не курю, но вижу вещь, дорогая, я возьму. Тогда, может быть, пойдем и поужинаем где-нибудь в ресторане, в кафе? Вы хотите угостить меня ужином? Вы еще лучше, чем есть на самом деле. У меня встречное предложение. Александра, не могли бы вы мне одолжить 5000 рублей денег? Ну, вообще могла бы, но у меня с собой, кажется, только 4. Да, ну, только 4. 4 – четное число, плохая примета. Но я не суеверный. Тем более, что завтра на нашем следующем свидании вы можете донести недостающую сумму. Знаете, я, пожалуй, поеду. О, вы имеете в собственность личный автомобиль? Ну да. И куда вы с ним сейчас поедете? Ну, мне в Химки. Ай-яй-яй, опять не угадали, мне надо в Мытищи. Вы везете меня в Мытищи, вы видите, где мой дом, и завтра недостающую 1000 везите прямо туда. Знаете что, никакого завтра не будет, и никакой 1000 я вам не привезу. Прощайте. У меня такое чувство, как будто меня только что обокрали.